Всем привет, меня зовут Татьяна. Сегодня будет вторая часть обзора из Fix Price, город Ижевск. И новинок тоже очень много, и все они очень классные. Вот, например, в отделе «Все для сада» появились эти металлические кашпо за 199 рублей. Их привозили уже той весной. Я себе тоже такой покупала, белого цвета. Еще одна новинка – это распылитель за 77 рублей, объем 500 мл. Сделаны они из пластика, производитель «Россия». Очень красивый, стильный геометрический дизайн, приятные расцветки, и они с таким жемчужным отливом. Вот даже мне захотелось купить домой распылитель. Теперь самое сложное – это определиться с расцветкой, потому что они все мне очень нравятся. Вообще в отделе «Все для сада и огорода» очень много новинок. Вот, например, почва-брикет за 77 рублей. Подходит для садово-огородных и декоративных культур. Этот брикет нужно поместить в емкость, залить его 2 литрами горячей воды, и через 8 минут у вас будет 10 литров готовой почвы. Масса такого брикета 660 грамм. Подвесная садовая декорация за 99 рублей в виде птички. Сама птичка металлическая, и крылышко сделано из стекла. Подвеска это на металлической цепочке, и снизу также на цепочке есть еще колокольчик. Такую подвеску можно повесить на садовые деревья, в беседку, террасу, и при дуновении ветра колокольчики будут приятно звенеть. И вариантов подвесок несколько. Декоративная опора для растений за 99 рублей. Она металлическая, вот такая яркая, с бабочками, с цветочками. Размер 38 на 24 сантиметра. И есть еще с божьими коровками. Пистолет-распылитель с 3 коннекторами в наборе за 199 рублей. У данного пистолета имеется 7 режимов полива. И вот с обратной стороны нарисованы сами режимы: жесткая струя, душ, мягкое распыление, полная струя, конус, центр и плоская струя. И нарисована схема сборки и эксплуатации. Есть в 3 расцветках. Также на полочках появилось очень много различных удобрений и средств для борьбы с вредителями, например, с муравьями, дегтярное мыло, почвоулучшитель, вот чего только нет. Биогумус для рассады подходит. Побелка садовая для деревьев, лечебная. Биотоник тоже для рассады. Нашатырный спирт даже есть. 1 литр за 99 рублей. Биоактиватор для дачного туалета. Тоже очень нужная, необходимая штука на даче. Удобрение «Вырастайка». В общем, выбор удобрений очень огромный. И не за горами майские праздники, открытие шашлычного сезона. В Fix Price на этот случай тоже есть все товары. Их я показывала в одном из своих обзоров. Ссылку на него оставлю в описании под этим видео. Вот жидкость для розжига за 77 рублей, шампура за 13,70 за штуку. Блок абразивный для чистки тех же самых шампуров, решетки барбекю. В наборе идет 3 штуки, но ценника на них еще не было.
И вот даже есть специальные спички для пикника за 55 рублей. Они длинные, почти 8,5 сантиметров, в упаковке 40 штук. И вот показано, что ими удобно разжигать духовой шкаф, камин, костер, свечи. Переходим в отдел для кухни. Здесь тоже очень много новинок. Чайник заварочный за 199 рублей, объем 800 мл. Сам чайник стеклянный, крышка с ручкой пластиковая. Производство Китай. Нашла в трех расцветках: коричневый, серый и черный. Правда, камера чуть-чуть искажает цвет. Черный кажется серым, но на самом деле он черный. Салатник стеклянный, диаметр 6 сантиметров. И посмотрите на этого малышку. Я бы сказала, что это соусник, а не салатник. Цена 27,50 рублей. Вот такой малюсенький. И их здесь целая армия. Форма для печенья за 77 рублей. Она металлическая. Форма в виде яблока. А с обратной стороны даже есть рецепт печенья с яблоками. Приятный бонус. И еще есть форма в виде лимона. И она уже с рецептом лимонного печенья. Ну а форма в виде клубнички, конечно же, с рецептом печенья с клубникой. Появились новые кондитерские шприцы с насадками за 77 рублей. В наборе 4 насадки. И такими шприцами можно не только украшать десерты и выпечку, а также он подходит для наполнения пончиков, эклеров, трубочек, какой-либо начинкой, джемом или паштетом. Нашла в трех расцветках. И кто хочет себя побаловать еще одним красивым гаджетом на кухне, то присмотритесь вот к этой кулинарной игле за 55 рублей. Сама игла длинная, с красивым декором. И с ее помощью можно точно оценить готовность выпечки. Это есть наконечник в виде пироженки с клубничкой, смайлика и пироженки с розочкой. Это тоже новинка, скребок для чистки плиты за 77 рублей. Он полностью металлический. Написано, что он подходит для стеклокерамических, кафельных и стеклянных поверхностей. И здесь инструкция по применению. Набор контейнеров за 99 рублей. В наборе 5 штук. Написаны объемы всех контейнеров. Самый большой на 2,1 литра и самый маленький на 230 мл. Сделано в России. Контейнер замком на 1,35 литра за 99 рублей. Крышки в двух расцветках, розовые и оранжевые. Закрываются на 4 защелки. Не содержат бисфенол А и выдерживают температуру от минус 40 до плюс 100 градусов. Сделаны также в России. И еще один контейнер замком за 77 рублей. Эти контейнеры из той же серии, что и предыдущие, просто у них объем поменьше. Вот этот контейнер, например, на 900 мл. Вот так он выглядит с большим контейнером рядом. И еще увидела контейнер на 700 мл, и он круглой формы. Еще новинка – это щипцы кухонные за 77 рублей. Из этой новой серии я уже показывала силиконовые кисточки и лопатки. И вот к ним в компанию привезли еще и щипцы. И для полного комплекта, конечно же, не хватало венчика. Правда, он без ценника, но, думаю, 55 или 77 рублей будет стоить.
И вот еще одна новинка в отделе с посудой – это пластиковые блюда для фруктов за 99 рублей. Ну а на этом я буду заканчивать свой обзор. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, видео было для вас интересным и полезным. Подписывайтесь на мой канал. Я вам буду очень рада и благодарна. А я желаю вам отличного настроения и всем пока-пока.